после успеха дрипа Гуна и Twisted Mess SV2 другим компаниям достаточно сложно выпускать что-то новое. Ощущение, что у производителей дрипа с широким обдувом произошел конец света. Только вот не произошел, а вышел. Встречайте Apocalypse RDA от компании Armageddon Manufacturing. У нас на обзоре, наверное, самая невзрачная версия этой дрипки. Они бывают в разнообразных цветовых исполнениях. В нашем случае это суровая сталь без лишних наворотов. Как, впрочем, и упаковка. Это обычный черный мешочек с небольшим ремкомплектом и самим апокалипсисом. Между отверстиями обдува красуется глубокий логотип с изображением какого-то парня в противогазе. Не переживайте, ничего радиоактивного внутри нет. Сверху находится абсолютно несуразный топ-кэп, который напоминает то ли шляпу, то ли детскую пирамидку. Выглядят эти радиаторы несерьезно. Внутрь забивается грязь, но свою задачу они выполняют. Дриптип совсем не нагревается. Топ-кэпом вы регулируете затяжку. Сравнить ее можно с Гуном, но только в апокалипсисе это одно большое отверстие, которое можно прикрыть до самой узкой щели. Подстроить его под конкретную намотку совершенно не проблема. А вот дриптип расстроил. Формат вроде как должен быть 810-й, но от Кеннеди или Гуна сюда ничего не подходит, что сразу становится минусом при кастомизации. Но все-таки самой главной фишкой Apocalypse RDA являются переработанные гуновские стойки. В апокалипсисе установка спирали происходит при помощи прижимной площадки. Только если в Гуне это два болта у каждой из стоек, то здесь используется один шлицевый винт с направляющими. Ставить намотки удобно, но из-за широкого болта по центру иногда приходится делать хвосты чуть длиннее. Вкусопередачи действительно на уровне. Даже не особо массивный Fused Clapton при немного прикрытом обдуве показал впечатляющий результат. Качество устройства также не подлежит сомнению или нареканиям. В общем-то, Apocalypse RDA можно смело рекомендовать фанатам Гуна, но далеко не всем. Проприетарные дриптипы снижают кастомизируемость, так что подобрать сетап по цвету будет весьма сложновато. Мы благодарим Red Coil за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и запасайтесь консервами.